Конфликтологи Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований. Благодаря этому в КФУ пройдет международный научный форум конфликтологов. Именно под это мероприятие РФФИ выделяет порядка 1 миллиона рублей. Отметим, что форум проводится в Казанском федеральном университете с 2011 года. Дело в том, что форум создавался с определенной целью для того, чтобы аккумулировать на одной площадке конфликтологов со всего мира. Собственно, эту цель мы ставили, и этой цели, на мой взгляд, на взгляд моих коллег, мы добились. Мы очень рады, что нам удалось с помощью этого мероприятия создать действующие институции, которые помогают конфликтологам объединяться не только в рамках России, но и в рамках всего мира. Нынешнее мероприятие будет 7-м по счету и состоится 20-21 ноября 2020 года. Оно будет посвящено самым актуальным темам в данной сфере. Мы будем делать акцент в изучении этих региональных конфликтов сквозь призму цифровизации. То есть какие вызовы, какие угрозы несет цифровизация, наоборот, какие она дает преференции и бонусы для изучения, для анализа конфликтов, для их разрешения, урегулирования. Форум предполагает участие более полусотни ведущих специалистов в сфере конфликтологии из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Ну и самое главное, что данный форум будет расширять границы, круглые столы и некоторые секции будут проходить в очно-заочной форме, то есть имеется в виду очно-дистанционные, да, то есть помимо людей, присутствующих в аудитории на площадках КФУ, будут присутствовать люди, естественно, работающие в дистанционном формате. Я надеюсь, мы сможем дотянуться и до Соединенных Штатов Америки, и до Новой Зеландии. К слову, форум приурочен к десятилетию кафедры конфликтологии Казанского федерального университета. Кристина Надыршина, Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.